Привет! Сегодня мы будем делать вот такой вариант чалмы. Это разновидность повязывания шарфика, который я уже ранее показывала в своем предыдущем видео, ссылку на который я оставлю в конце этого видео. Вот, показываю сразу, демонстрирую. И давайте начинать. Я положила на голову хб-шечный шарфик, вот его конец, сложила в два раза и начинаю обматывать вокруг головы два раза. Ну или один, смотря как посмотреть. Так. Далее, как и прежде, я делаю дульку. Беру вот эту ткань, которая тут у нас свисает, и заворачиваю ее вовнутрь. Прикрывая при этом вторым концом. Вот. Мы фиксируем с вами вот этот оставшийся хвостик. Вот так. Я беру шарфик. Он тоненький такой, прозрачный. Видите? Ну такой легкий шарфик тонкий. Складываю его в два раза. И сейчас вот здесь завязываю узел. Вот. Приблизительно концы должны быть одинаковыми. Вот у нас узелок. Подтягиваем. И в этот узелок мы засовываем наш жгут. Затягиваем его. Зафиксировали. Проконтролировали концы. Концы плюс-минус одинаковые. И теперь у нас есть несколько вариантов. Вариант номер один. Делаем вот такой вот жгут. Я его домотала, вот оно. И теперь он идет у нас вокруг головы. Так как здесь объем у него больше, он как создает кокошник. Поэтому я уже этот вариант советую использовать именно так. Не вот сюда, а именно вот сверху. И теперь оставшийся кончик заправляем чалму. Очень красиво смотрится, если базовый платок однотонный, и вот этот платок, дополнительный платок с каким-то принтом, что или гораздо у нас светлее. Получилось вот такой вариант. Он, мне кажется, немножко праздничный. Ну, это уже для варианта номер два. Я взяла другой платок. Он чуть более плотный и толстый. Предыдущий платок был хорош для повязывания жгутов. А для косички, что я собираюсь сейчас в данное время сделать, нужен шарфик чуть более толстый. Так вы все поняли сами. Я делаю косичку из двух концов нового шарфика и из базового шарфа. Если хотите, чтобы она объемом была чуть побольше, то не сильно затягивайте. Вот результат второго варианта повязки. На самом деле он может смотреться очень выигрышно. Сейчас я вам покажу фотографию, где я собиралась на праздник и использовала этот вариант, комбинируя два контрастных шарфа. Надеюсь, вам пригодится. Спасибо за просмотр.